и фракция будет договорная с партией власти, или будет все-таки какую-то такую же жесткую самостоятельную политику вести, как и прежде? Мы прошли избирательную кампанию достаточно жесткую. Мы единственная сегодня партия, которая на себя взяла такой гнет вот этой плиты. Вот. Я ее не называю ни алюминиевой, ни никелевой, но реально плиты административного ресурса. Под нас были делали там партии спойлеров, там, спойлеров-одномандатников, регистрировали практически все партии, которые были, они управлялись с одного кабинета. Мы это все понимаем, знаем, поэтому мы прошли этот путь, достойно считаю. Вот, и будем вести дальше, продолжать самостоятельную, отстаивать самостоятельное мнение по тем вопросам, которые мы считаем, что они должны быть решены. Поэтому мы готовы поддерживать только те инициативы, которые являются социальными, которые не влазят в карман гражданам. Вот, если такие инициативы будут, мы будем их поддерживать. Если будут инициативы, которые будут действительно делать все для того, чтобы решать какие-то глобальные вещи, забывая о простом населении, мы не будем их поддерживать и не будем за них голосовать.